Здравствуйте, дорогие друзья. Так, получил посылку. В ней инфракрасный такой прибор. Ой, это ультрафиолетовый прибор инфракрасный. Зачем я зарапортовался, короче. Ультрафиолетовый прибор, который сушит ультрафиолетовый клей. Ну, либо сушит ногти. Таковые вы будете делать. Так, пришло это все транспортной компанией. Упаковано это действительно все хорошо. Так. Так, в комплекте только эта штука. И больше ничего нету. Да нет, хотя бы. Смотрите, лампы они упаковали. Ставили в этот, ну и положили, естественно, тут типа мол. Очень-очень-очень. Мы рады, что вы с нами. Бла-бла-бла. Так. Достаем. Так. Ну и сейчас мы проверим, как оно будет. Не будет светить. Так. Возвращаем на место это все. Так, и теперь давайте проверим, работает это все или нет. Включаю это дело, так, и смотрим. Пока все ничего. Пок. Получилось, но что-то вот одна лампа как-то там дергается. Угу. Так. Ну ладно. Буду смотреть, буду разбираться. Если есть какие-то вопросы. А. Таймер off, таймер on. И таймер 120 секунд. Ой, 120. Ладно, буду разбираться. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Я на все вопросы обязательно ваши отвечу. Ссылка на данный прибор будет в описании. Все. Всем пока.